сегодня созвездие на очередном чемпионате профессии детей с ограниченными возможностями. Завоевал больше всего медалей, они одни из лучших в стране, чтобы вы знали. Дети с ограниченными возможностями в профессии себя показывают, что они лучшие в стране. Это созвездие. И это тоже большие достижения. Я хочу всех поздравить нас, поблагодарить. И, пожалуйста, прошу к следующей оперативке. Нужно отметить, конечно же, и наше учительство. За этими победами стоят и родители, и дети, и учительство. И важно отметить именно командный подход.